оккупанты утром обстреляли Сумскую область, что известно. В последний день 2022 года российские оккупанты, скорее всего, решили сделать подарок под елку жителям Сумской области, обстреляв регион. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого. Сегодня, после 8 утра, россияне открыли артиллерийский огонь по Краснопольской общине. Было три прилета, рассказал он. При этом, по данным главы региона, ночь в приграничье была без обстрелов. Как сообщалось, 30 декабря оккупанты в очередной раз обстреляли приграничные села России территории Сумской области. Под атаку попали пять общин, в двух из которых есть повреждения гражданской инфраструктуры. Днем ранее оккупанты обстреляли Сумскую область, применив минометы, беспилотники и даже вертолет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.